В мире уровень ядерной угрозы достиг максимума, который человечество не видело почти 40 лет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на заседании, приуроченном к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Генсек призвал все государства поддержать договор о запрещении ядерного оружия и признать его важность. При этом Антонио Гутерреш отметил и положительные тенденции в мире. В частности, он затронул решение России и США продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступлений. Вооружений. Также положительным моментом является вступление в силу в январе договора о запрещении ядерного оружия, подчеркнул генеральный секретарь организации. Ядерный арсенал – это не самооборона, это самоубийство. Это оружие не вчерашняя проблема. Они остаются угрозой сегодня. Ясная и реальная опасность. Почти 14 тысяч единиц ядерного оружия хранятся по всему миру. Хотя их общее количество сокращается, мы наблюдаем тревожные признаки новой гонки вооружений. Государство продолжает модернизировать свои арсеналы. Напряженность остается повышенной. Недостаток доверия. Ядерный риск достиг уровня, невиданного почти 4 десятилетия.